Преступники, используя различные схемы, пытаются обогатиться за счет доверчивых жертв. Что же такое вишинг? Это звонок мошенников с целью получения информации о ваших финансах и установки вредоносных программ на ваш телефон. Не дайте мошеннику шанс, сразу закончите разговор. Никому не сообщайте сеансовые пароли, логины и пароли, пин-код и SSV-код вашей банковской карты, паспортные данные, номер паспорта и личный номер. Вы в безопасности с нами.